Говорит без разрешения. Ой. Какая муха ее укусила. Тощая. Будет трудно рожать сыновей. Процитируй последнее из наставлений. Выполняй обязанности, сохраняя спокойствие и достоинство. Сначала думай, а потом дуй. Действуй, тогда ты добьешься почета. Иди сюда. Ну, разлей чай. Чтобы понравиться родителям мужа, надо проявить чувство собственного достоинства, хорошее воспитание и манеры. Прошу прощения. И скромнее. Разрешите, я возьму чашку. На минутку. Ах ты неуклюжая! Помогите! Я думаю, все идет хорошо. А ты? Потушите! Потушите! Потушите!